Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфира. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Сегодня у Турове проходит святочное мероприемство, присвященное святителю Кириллу Туровскому. С этой нагоды город наведал высокопросвященнейший Павел, митрополит Минский Заславский, патриарший экзарху сяе Беларуси. За его делом отбылось складание кветок до помника у гонор тысячагоддя Туровской епархии, а так само боская литургия и молебен, присвященный памяти святителя Кирилла Туровского. Для жыхароў и гостей города прошло свято духовной и народной музыки, великодный фестиваль у Турове. Несмотря на то, что с того 11 века уже прошло столько столетий, а мы все равно память его продолжаем не только вспоминать, а призывать его в молитвах, вот это свидетельствует о том, что живая наша церковь. Мы не просто его вспоминаем память. Он сегодня с нами был вот таким мистическим, таинственным образом на богослужении. В этом особое качество нашей церкви. Мы не вспоминаем те события, как исторические какие-то, и не кладем потом после праздников на полке память об этих святых, а мы сегодня с ними вместе. Сегодня у Турове працуе наша здымочная группа. Усе подробязности глядите у наступных выпусках. До інших тем. Супрацовники Института лесу Национальной академии наук Беларуси пропонуют новую продукцию и новые методики. Причем размова идея об усіх сферах экономики, от аховы рослин до меблевой промысловости. Іншая справа, что сами вытворцы не завсёды готовы до такого супрацовництва. Олег Сенцеров поцікавіўся причинами. Вырос лес – наше богатство, треба разуметь литерально, в том смысле, что тут все может приносить прибыток. И размова не только о дравнине и грибах. Правда, и дравнина у гомельских лесах бывает разная. 30 годов тому у Института лесу начали эксперимент и посадили корейскую березу. За прихожий внешний выгляд и высокую тривалость, ее дравнина ценится у меблевой промысловости, а так само при вытворчестве музычных инструментов. Але белорусская корейская береза, вельми верогодно, так у лесе и загине, покуль особливой затекавленности, айчинные вытворцы не выказывают, набываючи при необходимости импортные аналоги, а тому площадь под эту рослину, покуль никто не повеличивая, хоть по всех параметрах эксперимента. Эксперимент можно признать удалым. Карельская береза, она привередлива, но Институт леса создает опытные объекты. И вот, как вы видите, уже 30 лет она у нас растет на территории Кореневской базы. Особливый гонор Института лесу – лаборатория генетики и биотехнологий. То, что ранее группа 300 ученых робила на протягу нескольких годов, сегодня выполняется всего за несколько годин. Основную работу робить приборы, человек только кируя ими. Дякуючи сучасному обсталеванию, теперь можно выявить любого узбуджальника хворобы. С уликом того, что каждый год у питомников Беларуси высаживается около 300 миллионов саджанцев, можно уявить, какие страты понесе галина у вынику несвоечасового принятия мер. У ближайших планах генетиков оказание допомоги не только вытворцам, а и приватному сектору. Выявление фитопатогенной грибной инфекции, которая поражает, например, помещение, здесь очень важно, потому что не всегда мы можем определить ее с помощью морфологических анализов, а здесь достаточно быстро и практически стопроцентная надежность. Тем более сейчас у нас много появляется инвазивных видов, которые раньше у нас вообще не являлись. Поэтому здесь это такое одно из перспективных направлений. Можно попробовать. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомик». До речи, размова про деятельность Института лесу Национальной академии наук пойдет сегодня в программе «Диалог». Гостем студии станет директор Института лесу Александр Ковалевич. Программа выйдет в эфир в 19:15, одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4». Подчас эфиру будет працевать телефон прямой линии. Задать свои питания можно по номеру 77-68-45. Про наступствы порушения правил аховы працы пойдет размова у черговым выпуску программы «Надзвичайная ситуация». У вынику пожару у бытовым помешкании предприемства «Гомель-Дрэу» у Будокашалевском районе один человек загинул, трое отримали опеки. Гэтую справу, як и узгарання аутофургона лельчицкого предприемства мелиоративных систем, доследуют супрацовники следшего комитета. По попередних даденных, удельники здарэння находились у нецвярозым стане. До речи, пьянство – одна из головных причин травматизму и смертности на працовных местах. Законодательством Республики Беларусь, законом об охране труда, директивой президента Республики Беларусь №1 предусмотрено проведение работникам, выполняющим работы с повышенной опасностью,
перед началом работы предсменный медицинский осмотр либо освидетельствование на выявление состояния алкогольного опьянения. Значит, например, вот недавно произошел несчастный случай в филиале СУ-118 УАО ТРЕС номер 26 «Железобетон-монтаж». В результате того, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выполняя работы на высоте, производил спуск с кровли здания в люльку подъемника и упал с высоты, получил тяжелую травму. Усе подробности глядите у программе «Надзвичайная ситуация» сегодня у 20 годин на телеканале «Беларусь-4 Гомель». У гомельском цирку отбылась премьера новой программы «Эмоции и». На манеже яркие и видовищные нумары у выконании народных артистов Российской Федерации Эдгарда и Аскольда Запашных. Поветренных гимнастов, акробатов на подкидных дошках, веселого клоунского трио и многих инших. На премьерном выступлении побывал наш корреспондент Дмитрий Котов. То, что отбывалося на протягу более чем 2 годин под куполом гомельского цирка, выкликало широе захопление и приемное удивление. Это был фейерверк ярких уражений, соправдное свято цирка. Главная идея новой программы запашных – колеры и их уплыв на человечьи эмоции. И первыми на сцене появились поветренные гимнастки Алена Петрикова и Алена Бароненко, которые уособляли собой белый и черный колер. Назва этюда символичная – добро и зло. Каждый номер новой программы «Эмоции и» отрознивается своей оригинальностью и неповторностью. За всем без выключения назираешь с неподробным интересом. На манеже появляются милые четвероногие артисты и птушки. Гучными усмешками сопровождается каждый выход на сцену и веселого клоунского трио. Особливые овации, коли перед глядашами повстают Эдгард и Аскольд Запашные. Как означают Эдгард и Аскольд Запашные, теплый и душевный прием гомельской публики их соправды уразил. Однако, как высветлилось, становший он поуплывал и на четвероногих артистов. Есть животные в душе артиста, честно могу сказать. И я могу отметить даже не только хищников. Сегодня выскакивал на тарзане, на моей любимой лошади. Заскочили обратно, вот я прям видел, как он собой гордился. Он такую морду состряпал, мол, ну, классно я. И пошел к балету сразу, тоже девчонки его тискают, и он такую морду свою, давайте, хвалите. У другой половины программы глядачов чакала выступление акробатов на подкидных дошках и, мабуть, самый чаканый номер у выконании Эдгарда и Аскольда Запашных. На манеж грациозно выходят африканские львы, белые и уссурийские тигры. Каждый элемент этого аттракциона с дикими трапежниками небеспешный. За всем, что отбывается, сочишь с замиранием сердца. Особливо, коли выконывается самый складанный трюк – скачок на льве. Запашные демонстрируют полное взаимодействие с живелами. На мгновение сдается, что на сцене находятся не просто дрессировщики с драпежниками. Мы с ними и друзья, мы с ними и партнеры. Нам бы, наверное, бы очень хотелось, чтобы они были нашими самыми близкими друзьями. Но природа так распорядилась, что они являются потенциальными убийцами. И они обладают огромной силой и достаточно скромным интеллектом. Поэтому мы регулируем эти взаимоотношения так, чтобы зритель видел достижения, чтобы зритель видел, чего может достичь человек. Наверное, именно поэтому люди ходят в цирк. Для того, чтобы увидеть какие-то грани, может быть, даже невозможного. Программа «Эмоции и» у полной меры оправдала свою назву. У каждого застанутся только приемные уражения и позитивные эмоции. Как подтверждение, глядачи на протягу нескольких хвилин стоя аплодировали артистам и дяковали за соправды казашный вечер. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэч у эфіры.